формате. Мы участвуем впервые именно в рамках совместного стенда. Вот у нас не было четкого понимания, что это нам даст, какую пользу мы получим и принесем организатору. Вот. Результат превзошел наши ожидания. Потому что, во-первых, да, вот такое вот комбинированное участие разных компаний на одном стенде, объединенных вот брендом Retail.ru, оказало положительное воздействие на восприятие и нашей компании именно как части комплексного решения. Вот, и мы довольны участием. Вот вчера, например, нам удалось встретиться с целым рядом потенциальных клиентов. Очень продуктивно. Мы довольны этим форматом. Центр закупок произвел, конечно, впечатление. Очень было много участников, поскольку у нас продукт не пищевой, а, так скажем, сопутствующий, в данном формате выставки, да, то у нас были ограниченные возможности, тем не менее удалось провести 10-15 продуктивных встреч, представить наш продукт. Мы обнаружили интерес, несмотря на то, что на выставке все-таки были закупщики, да, не IT-представители и не представители отдела контроля качества. Несмотря на это, нам удалось вызвать интерес к своему продукту, обменяться продуктивными контактами. Мы надеемся на продолжение развития этих отношений.